С миром! Я в Тюмени. Я в Тюмени. Поезд этот не останавливается. Ни там, ни там. Не, и Корчина у него нету? Нет, не останавливается. Он этот поезд каким-то нет. другим путем, значит, идет. Тогда в Барнауле встретимся. Тогда это Барнаулу, да. 14.38. Да. Завтра вы здесь будете? В воскресенье, да. Ну все, я вам дал как доехать, и телефоны дал позвонить. Да, если сами-то не дойдете. А тут доезжайте. 10-й номер автобуса, вы говорите? Да, 10-й, там еще какой-то идет. Скажите, какой идет к старому базару? До кукольного театра остановка. И как сойдете, прям сразу же переход на эту сторону, на другую сторону улицы переходить. И в эту же сторону, куда перейдете, идти сюда к обиду. Увидите, улица Ползунова. Она одна. Доберусь. Ну, конечно. Тем более, все известно, мирное время. У вас паспорта с собой? Да. Ну да, а то мало ли еще без паспорта. Ну что, если ничего нету, ждем? Да, спасибо, Христос. С Богом. Вы где сейчас находитесь? В Тюмени? Я город Тюмень, да. А во сколько оттуда выезжаете? Сейчас скажу. В 13.20. А поезд как называется? Москва-Барнаул? Ну, пишут Тюмень-Барнаул. А идет, я не знаю откуда. Ну, значит, идет дальше где-то. Тюмень-Барнаул, у нас нет такого. А как же так? Если это Москва, то недавно они сделали у нас остановку. Значит, это не московский. Что-то другое. Не знаю, я уточню тогда, узнаю. Хорошо, переспросите. Прямо подойдите, кто там, проводник или кто, скажи, Подстёпна у вас есть остановка и Корчина? Если Корчина есть, то можно даже будет и в Корчину. Только договориться, я вам телефон-то дал этого, Володин-то? Нет. Пащенко, Володя, нет у вас? Нет. Ну, давайте записывайте. Так, под рукой надо мне что-то найти. Сейчас, давай, ищи. Так. Давайте, записывайте. Сейчас, минуточку. Готов. 8. Ну, видимо, да. Семерку. 963. 963. 575. Еще раз. 963. 575. 575. 25. 25. 79. 7-9, сейчас повторю, Игнатий. Давай. Значит так, плюс 7, 963, 575, 25, 79. Все, Пащенко Владимир Александрович. Все, спасибо. Вот, и на всякий случай надо записать старосту деревни. 8. Сейчас, минуточку. Так. Плюс 7. Так, 905. 905. 924. 924. 96. 96. И 98. 8. Повторяю. Давайте, повторяйте. Плюс 7, 905, 924, 96, 98. Барабаш Игорь Александрович, староста деревни. Барабаш. Игорь Александрович. Хорошо. Так, и теперь запишите батюшкин, он-то в городе, на него выйти. 8. Сейчас, минуточку. Барабаш Игорь. Так, 8. Батюшка. 961.
9-6-1. 2-3-2. 2-3-2. 4-0. 4-0. 1-2. 1-2. Отец Аким. Повторяю. Давай. Плюс 7-961-232-40-12. Правильно. Вот коснется, если вам из Барнаула выезжать, машина у кого есть на руках такая, запишите его еще. 8-9-1-3-0-8-9. Да. 8-0. Минуточку. Так. Шум. 913 дальше. 089. 089? Да. Так, 089. 80. 80. 70. 70. Да, и Дыбунов Игорь Владимирович. Игорь Владимирович. Ну, еще один запишите, она привозит, когда из Барнаула бывает что-то случится. 8-9-6-1. Ну, там плюс 7-9-9-6-1. Плюс 7 дальше. 9-6-1. 9-6-1. 2-4-0. 2-4-0. 0-6. 0-6. 3-5. 3-5. Гладыщук Елена Александровна. Елена Александровна. Да. По паспорту она Алена. Ну вот я вам все дал, адреса какие тут. И вот, если ехать, когда бывает, ну мало ли еще в жизни бывает. Вот она привозит иногда корреспондентов, тут все. Она такая активная. Все, я понял. Хорошо, не буду отвлекать. Так, а Барабаш как звать? Барабаш. Игорь Александрович. Игорь Александрович. Да, староста, он очень хороший. У него в прошлом году уже было 1200 гектаров земли. Ага, Барабаш. А жена у него, Елена Анатольевна, она как завуч школы. А-а-а. Так что тут... Так, он очень хороший человек, такой мирный. Владимир. Александрович, Владимир. Это Володя Пащенко. Владимир Пащенко, 79. Да. Все, я понял, все записал. Жду поезда. Сажусь, еду. Хорошо. И сразу к вам, да? Да, да, сразу, еще когда сядете из вагона, позвоните, что поезд точно, не зайдите в эту в кассу, расспросите, скажи, на Подстёпной есть остановка, недавно сделали, московский. Возле названия поезда узнайте, откуда он идет. Начало. Хорошо. Откуда берет. И тогда мне дайте знать. Ну, раз никак, тогда только до Барнаула. А так-то бы вы 3 часа сэкономили, да обратно 3 ехать. Считай, что 5 часов бы сэкономили. Ну, посмотрим, как она. Да. Будет. Ну, дорогой, как будете ехать, еще позвоните там Барабаш и Володе, и батюшке. Особенно батюшка, он знает все поезда. Скажите, этот поезд, который идет, название его дайте. То мне скажи, где лучше слазить? До Барнаула у меня билет? Или лучше слезть в Корчино и Потеряевке? С батюшкой установите контакт. Хорошо. Он сейчас в Барнауле? Нет, пока я выходил на улицу, еще не видел я его. Поезда переменили, я не знаю, раньше он приезжал часов 7, а сейчас не знаю во сколько. Ясно. Он будет здесь, Вербная. Ну все тогда. Все, с Богом, ждем. Богом, спаси Христос. Аллилуйя, храни Господь. До свидания. До встречи. До встречи.